Сегодня третий день в Шарме. Мы вернулись вчера из Каира. И сегодня мы будем отдыхать. Вчера мы увидели ужасный Каир. Его наполнили деревенские арабы. Вот от этой скалы до вот этого пирса метров 60, наверное, вот как бы весь пляж Сан-Эстебичен. Тут купаться негде. Мы ходим на соседний. Мы ждем, когда приплывут рыбы. Они ни хрена не ждут. О! Смотри. Видела? Да. Это моя любимая рыба. Ух ты, прям из рук. Видно, да? Да. О! Попугай. Рыба-попугай. Ну-ка, давай сюда. Да-да-да. Чего ты боишься, я не ем. Я не знаю, как называется. Вот фашисты. Надо было им. Так, теперь дело за колбасой пошло. А ты еще колбасу ты оторви от нее кусочек. Вот, вот драка пошла. Нет, надо вот целый кинуть. Что они с ним будут делать? Что-то целое им не по зубам. Уплыл? Ну, вон он. Да, точно. В общем, арабскую колбасу любят. Оторви кусочек больше, чем арабский сыр. Вернее, арабский хлеб. Не понял. Но арабскую колбасу рыбу любят больше, чем арабский хлеб. О, какая-то вообще вот.
А вот чувствует, что ли, человека некоторые рыбы? Во-во-во-во-во, Жень. Осмелела. Ох, что делать? Попугаи, возвращайтесь. Сейчас я расскажу, чтобы их учесать. Вот что делает. Ну-ка, вот это вот. Араб черненький, ну-ка иди сюда. Но сквозь воду видно, да? Да. Попугай ушел куда-то и увел своих собратьев. Не, вон он плавает. Мы видим так хлеб. Так он не может проглотить. Это колбаса он жует. Он попугай жует папину колбасу. Смотри, он ее туда, сюда, туда, сюда. А, раскусывает. За ноги щипает сзади. Вот какая. Вон синим хвостом под камнем. Ох ты, красавец. О, держи. Вот красивый. Ага. Uh-huh.